Итак, специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолетом Embraer 135 в Тверской области, на борту которого находились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин в том числе. Самолет принадлежал ООО МНТ «Аэро», компании, которая специализируется на бизнес-перевозках. На борту самолета, совершавшего рейс по маршруту Москва-Петербург, находились 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Самолет упал с высоты 8 500 метров. На кадрах видно, что падает он без крыла. Тела погибших в авиакатастрофе, в том числе Пригожина и Уткина, уже доставили в Тверское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Комиссия Росавиации начала работу на месте происшествия, а также приступила к сбору фактических материалов о подготовке экипажа, о техническом состоянии воздушного судна, о метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования. Специалисты ищут бортовые средства объективного контроля для расшифровки и анализа записей черных ящиков. Следственный комитет возбудил по факту авиакатастрофы уголовное дело. Дело о крушении бизнес-джета Пригожина будет вести тот же следователь по особо важным делам, который, в частности, расследовал крушение самолета «Сухой Суперджет-100» в 2019 году в Шереметьево. Слушай. Видишь? Да. Горит вверху, самолет горит. И падает самолет. Снимай видео. А? Глянь. Вон самолет падает. Он еще, видишь, что-то падает, рядом есть. А он еще. А, это опуски. Шесть. Шесть, он уже с нами, он один весь разорванный, а второй тоже. 1795 написано на крыле. Вон два человека валяются.